Друзья, приветствую вас. Сегодня получилось оказаться возле нашего запорожского дуба. У нас тут встреча была. Ну и решили пройтись сюда к дубу. Посмотрите на этот... даже не знаю, что сказать. Не очень красивый пейзаж. Очень жалко, что так с этим дубом, с нашим произошло. Наш символ. Ну, немножко печально на это смотреть, если честно. Да.